Привет, это команда MossFly, Барвинский Александр и Юрий Бережной. Эксперты в области экстремальных подарков. И мы открываем новое направление, новую точку. Это топовое место Flow Moscow. Единственная волна для серфинга в Москве и во всей России. Самая мощная. И теперь у вас есть возможность подарить уникальный, крутой сертификат на искусственную волну вот здесь, Flow Moscow. Пойдемте вот ближе к делу. Почему мы выбрали именно Flow Moscow? А потому что нету альтернатив. Это самое крутое место для серфинга в России, вы понимаете? Это топ. Вы слышите этот шум? Это шум 1000 лошадиных сил, которые гонят эту воду с невероятной скоростью, создавая самую качественную искусственную волну в России. Да, да, это факт. Она стабильная. И самое главное, она безопасная. Во-первых, толщина воды не дает вам даже в случае самого сильного падения достать до дна. Все предусмотрено, продумано так, чтобы защитить спортсмена. Бортики мягкие, дно мягкое, все мягкое. Если сравнивать с риском при катании на обычном океанском серфе, даже не на рифовом споте, а на обычном песчаном споте, там риски кратно выше. Удариться, захлебнуться, получить твердой доской по голове. Подарок на эту волну подойдет кому угодно. Новичку, девушке, чуваку с большим опытом. Все кайфанут от этого подарка. Важный вопрос, который у всех возникает, и на самом деле по которому не прекращаются споры. А похоже ли это реально на океанскую волну? Мы можем позвонить одному из немногих, если не единственному, специалисту по производству и разработке искусственных волн в России. Звоним Гарику! Телемост, Москва, Франция. На серфинг это абсолютно похоже. То есть вам останется только научиться грести. Вот. А если потренироваться еще на этой установке, то вы прям с первого дня начнете вкатывать лучше, чем местные серферы. В целом, я считаю, что это достаточно безопасная история по сравнению с традиционным серфингом на Гавайях, например, там, где вас может просто сожрать акула или разместить на рифе. Вы можете комфортно вкатывать совершенно в этой замечательной установке. Там водичка тепленькая, волна все время одинаковая. Вас могут друзья снять на камеру, можно улыбаться, выставить попку и показать ее потом в Инстаграм. Вот, что очень важно, потому что когда вы катаетесь на Таити, на Тихупу, вы, скорее всего, никто вас не будет снимать, и ваших достижений никто не увидит. Привет, Курочка! Привет! Как тебе отдыхать в детском уголке на искусственной волне? Очень хорошо, мои родители катаются на волне, а я здесь сижу. Да, это проверено, с двумя детьми. Они тусили здесь 2 часа. И не мешали нам получать удовольствие на волне. Проверено. С детьми – да. А после того, как вы покатались, свежайшая малина. Как после любого катания на любой доске, вейксерфинг, серфинг, вейкпарк и так далее, просыпается просто конский аппетит. Здесь все для этого есть. Для того, чтобы этот аппетит удовлетворить. Булочки первое, второе, копеек. Все, что надо.